Привет, зритель. Первые подарки на 8 марта. Снимаю на камеру. Держу на руке. Тут у меня, блин, вчерашние оладушки. Пирожочек, чайчик. Ну да, такой слегка бардачок. Но я сейчас чаечку попью. На комменты на канале отвечу. И буду тут как бы мыть посудку. Смотри. Целое коробище конфеток. Это моя подруга с юмором. Та, которая с ведром была. Тоже с бантиком. Ну, как бы у меня вообще мысли не было, чего хочу на 8 марта. А, что-то ведь надо хотеть. Я сказала ей средство какое-нибудь для мытья посуды. Меня близкий родственник поругал, сказал, надо было выбрать какой-нибудь нормальный подарок. Я говорю, ну сладкое это мне и так приносят. Чаю вот это к чаю. Бонусом к этому. Ну и вот, что-то у меня фантазии просто не хватило на какой-нибудь подарок мне выбрать. Но другой человек мне конфетки выдал. Можно будет сейчас вот с чайком попить. Потом кто-нибудь придет конфетками угостить. Такие дела, зритель. Если ты зритель женского пола, гендерного, вообще феминист такой конкретный, или хотя бы чуть-чуть феминист, то тебя с завтрашним 8 марта. А если ты просто поддерживаешь, и при этом не феминист или просто не женщин, ну, наверное, у тебя будет повод выпить. Рискну я, покажу эту раковину. Я позавчера открыла свойства стационарного блендера, можно закидать туда сыворотку, аквафабу, муку, сахар, соль и взбить, а потом из кувшинчика прямо на сковородочку выливать. Думала сегодня еще блинов делать, но мне подогнали оладушек. В итоге блины я буду делать уже завтра. Это тебе лайфхак такой, зритель. Ну, как бы, вдруг ты тоже не знал, что можно вот в блендере стационарном тесто на блины своять. Ну что, пока, зритель.